Я Марка. Всем приветик. Всем привет. Привет. Постельку заправляешь? Ага. Получится? Сама сможешь? В общем, мы тут собираемся. Девчонки хотят снимать челлендж один. Нам нужно выходить уже. Поздновато сегодня начала влог, да, уже у нас обед. А я только начала. Ну, в общем, сегодня пока видео загрузила туда-сюда, пока смонтировала. Детки спали, у нас отдыхают. Сегодня пятница. Вот, решили они снять один челлендж. Так что собираемся и выходим. Сегодня солнышко такое, сегодня очень жарко. 25? 25? Да. Ты смотрела? Да. Ну, наконец-то. Наконец-то хоть тепло. Ой. Пришло. Ой. Мы уже давно ждем. Завтра, кстати, праздник. День защиты детей. Круто. Ну, здесь нет такого праздника, но там, когда мы жили, да, в Кыргызстане, там тоже такой праздник был. И мы всегда ходили в парк аттракционов, и там аттракционы были для детей бесплатные. Купим билет и поедем туда, да? В парк бесплатно. Не, правда, здорово, очень такая идея хорошая. Ну, у нас... Ну, не знаю, вот здесь вот так вот скучно. Нет здесь таких праздников. Здесь только католические праздники отмечают. Девчонки решили воспользоваться случаем и снять челлендж. Все? Ладно, давайте. Мы тогда сейчас будем уже выходить. Все готовы? Все, поехали тогда. Все, ребят, засняли мы челлендж, мы едем домой. Мам, сегодня же сериал вышел. Ну да. Ну сейчас приедешь и посмотришь. А? Сейчас приедешь, посмотришь, просто у меня интернет плохо работает на улице. Хорошо. Хорошо? Сейчас как раз приедем и будешь смотреть. Так что поехали мы домой. Устали? Очень. И в понедельник вы увидите. В понедельник вы увидите, какой челлендж мы снимали. Потом она будет такая пушистая, а потом надо вытащить ее. А потом уже нужно высушить. Да. Да? Карина, ты должна оставить. Первый раз вижу такую игрушку. Ты должна оставить осторожненько. Он должен водичку впитать. Мочить, и потом будет волосы, потом высушить. И потом... Не, просто мочи, короче. Что ты такую холодную воду налила? Не знаю. Потом будет собачка. Смотри. Тихо, тихо. Может быть собачка. Смотри, сумку нех. Нет, это может это не быть, зайка. Это может быть собачка, зайчик и кошечка. Я думаю, это кошечка. Это кошечка. Да, это кошечка. Это кошечка. Или собачка. Нет, это кошечка. Это кошка. Это кошка. Это. Так потом сколько надо ждать, чтобы она высохла? Смотри, какая и все, теперь кошечка. Надо сушить. А теперь нужно выжать хорошо, Каролина. И сушить. Водичку. Потом надо... И на солнышко. И расческа. Нет, это заколочка. Это заколочка. Ну, вот расческа. Ой, Аня, это расческа. Ну, прикольно. Да. Посмотрите это вот на кошечку. Это что за кошечка такая? Она теперь сушить будет. Моя. Смотри. Расчесать надо, да? Да. Прикольно. Что только не придумают, да? А это у нас на видео. Лапки суши, лапки. Что ты будешь рисовать? Я буду... О, мама! Сериал я еще не посмотрела. Что ты меня пугаешь? Нормально скажи. Включай. Чем закончилась прошлая серия? Ульяна плакала. Угу. Почему? А, да, вспомнила. С Арти, да, там что-то? Да. Угу. Что они не пара, друзья. А, понятно. Что она потеряла? Не знаю. Сережки? Мне мама ее на день рождения подарила. Ровно год назад. Она все поделила, смотри. Почему? Все поделила. А-а-а. Знаешь, я подумала, что... Они вместе живут, что ли? Да. Ну почему они не могут сказать? Они же любят друг друга. Почему они себе не скажут?
друг другу. Ну, иногда сложно сказать, признаться. Ну, как сложно? Просто и скажи, я тебя люблю, и все. Ты же не была на их месте, так что... Не всем это просто. Но все равно мне кажется, что они будут вместе. Ну, наверное. Ничтожество. Ну вот, теперь она уходит. Меня такси ждет. Так что, ребят, если вы еще не смотрите этот сериал, то тогда я его советую вам посмотреть. Его. А почему у тебя здесь Фанта? Откуда у тебя Фанта? Вот вчера видео снимали. Слаймы выкидывали. Так слаймы-то еще не выкинули. А? Слаймы-то надо выкинуть и баночки помыть. Смотрите, так все и осталось после вчерашнего видео. Выкидываем, говорит, слаймы. Выкинули. Тут все стоит и руки не доходят. Слышите меня? Да. Надо выкинуть, баночки помыть. Давайте. Приступайте. Возьми какой-нибудь пакет. Слышь, Маргош, взять нужно пакет полиэтиленовый. И туда вот это все вот булькать. И все. Потому что, а те, которые совсем жидкие, наверное, в унитаз, я не знаю, или в раковину. Да? Давай. Потому что вот эти, они, например, не сильно жидкие, но они уже просто старые, их можно так выковырить. А. Можешь? Девочки, красавицы. Убирать надо. Банановая девочка. Давай, быстрее, блин. Давай. На тебе пакетик. В этот мне надо поместить. Да. Он что, не поместится, что ли? Поместится. Ну, я тоже так думаю. А давай снижаем эти визи. Очень смешно. Ну, тебе просто, потому что ты же доставаешь снова, которые... Что, ребят? Вот. А вот мешок. То есть пакет. Пакет со слаймом. Я вся в слаймах, посмотрите. Ай. А, фу. Я сейчас принесу маме и... Я ей... Так. Увидимся потом. Пока. С хомячком играла? Да. Да? Как он там поживает? А что у него колесо зарыто? Ну-ка, давай исправь. Вон он сидит где. Она, то есть. Вот ты. Она спит. Давай мы ее достанем. Она спит там. Вон ушко торчит ее. Вот она, наша подружка. Привет, подружка. Привет, подружка. Подружка. Привет, подружка. А ты мне не будешь какать больше? Ну, тебе обязательно накакает. Это она с тобой так здоровается. Она не моя подружка. Вот опять накашла. Ну вот, я тебе говорю, она тебе. Какудала. Да? Кикочка. Они кушают эти? Ой, ты что-то грызешь тряпочку? Мама. Нет, просто им не нравится. Ты же видишь, если они как себя ведут, если они видят этого чужого кролика. А они начинают драться. Привет. Поэтому если они ее увидят, привет, тоже им не понравится. Нет, куда ты идешь? Вот сюда. Вот. Нет, вот. Сигаретой. А потом на месте, то есть будет сюрприз. Угу. Да, можно ей лабиринт сделать. Я знаю, с чего. Яблочко. Коробок. Да, у нас есть картон. Можно с картона сделать. Да. Чтобы она там бегала. Да? Угу. Большую коробку надо. Ждите на нашем канале это видео. Во что ты играешь? А что надо делать? Рисовать. Рисовать? Зебру. Зебру нарисовать? А ты умеешь зебру рисовать? Это уроки рисования, что ли? Нет, кто быстрее нарисует. Ага.
Интересно, не видела такую игру никогда. Очки? Я только 3 очков. Угу. Все, давайте. Закончился на сегодня денечек наш. Пока, пока. Пока. Спокойной ночи. Пока, ребятки. Да, вот, кстати, завтра в 11 часов не забудь, поэтому завтра до обеда спать не сможешь. Все? А ты спи сколько хочешь. Не хочешь? Ладно, все, ребята. Пока-пока. Пока всем. Прости. А да, они включены? Да, включены. Ну все, давайте, отдыхайте. Всем пока-пока. Спокойной ночи.